Всем привет, с вами Колян, и давайте паролим героев. И сегодня я хочу паролить не просто героев, а по 450. Только по 450 мы будем жать, и у нас сегодня есть 5500 самоцветов. Ну, или 5450 самоцветов у нас есть, и давайте ролим будем только по 450 нажимать. Я проверю места на складе, вроде там места есть, вроде все у нас нормально, нам должно этого всего хватить. Ну что ж, давайте приступим, поставим куда-нибудь сюда алтарик и начнем. Чисто только по 450 будем жать и ничего больше. И посмотрим, сколько нам сможет выпасть легенды или вообще выпадут ли они нам. Так, давайте жмем, пока что 1000 улетело, можно так сказать, и нам ничего не выпало. Так, 190 рыцарь, вау, ух ты, как прикольно. Нам пока что вообще ничего что-то не падает. А давайте еще понажимаем, у нас уже остается 3000 самоцветов. И нам вообще ничего не падает. Давайте хотя бы чуть-чуть потрясем экраном. Поставим алтарь на место, где он был, давайте его покружим просто так, и давайте опять приступим к роллингу. И нам выпадает первая легенда, это паладин, значит, что-то какая-то тактика работает, хотя их не существует, это просто рандом. Так, у нас уже осталось 1500 самоцветов округлять, если так. И давайте приступаем дальше ролить. У нас мало остается самоцветов, у нас ничего не выпало практически, кроме одного паладина. Все, самоцветы у нас слетели, и я вам скажу то, что роллинг по 450 не очень бывает и хорошим. А бывает так, что по 450 просто летят легенды. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, ставим лайки. Никогда не рольте по 450, а на разных серверах. А если вы уверены в этом, то, пожалуйста, нажимайте. Но лучше мне, покажется, по 150 потянуть кайф, удовольствие. Всем пока.